Для журналистов в полевых съемках самое приятное – покататься на сельхозтехнике. Комбайны, тракторы, сейлки в повседневной работе встречаются нечасто. У самих же фермеров восторгов от всего этого гудящего многообразия чуть меньше. Во-первых, привычка, а во-вторых, сосредоточенность. Засеивать нужно ровными рядами, рассказывает механизатор Сергей Зайцев. Ну, главное – ровно ходить по маркеру. Маркер вот чертит. Я ровно по нему иду. Все еще от влаги зависит, то есть если больше влаги, то поближе можно семечку класть. Да, а сейчас влаги мало, чуть-чуть подальше делаем. Сев в этом году начался на 2 недели раньше обычного. Фермеры переживают, что малоснежная зима и весна без дождей совсем оставят культуры без влаги. Компенсируют селекцией сорт семечки петуния, подходящий для наших условий. Приспособлен гибрид к различным расам заразихи и повыносливее. Мы его сеем на протяжении уже где-то 4 лет. Хорошо переносит засуху и в наших условиях дает неплохую урожайность. Вообще, сев яровых культур сейчас идет по всему краю. Больше половины запланированного уже выполнили. Кроме того, аграрии могут рассчитывать и на помощь региона. Выделяется субсидия на несвязанную поддержку. В текущем году она будет составлять 113 миллионов рублей, в том числе за счет краевого бюджета 14 миллионов рублей. Следует отметить то, что уже сейчас сельхозтоваропроизводители подают документы на возмещение затрат. И надо понимать, что благодаря работе аграриев пища для творчества появляется у любителей пофотографироваться. Я сейчас о времени в июле-августе, когда Инстаграм наводняют сотни снимков девушек в поле с подсолнечником. Сейчас, понятно, весна, для урожая рановато, но свое ТВ первым запускает фотосезон. Никита Шишков и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.